20 минут назад с крыши дома, третий дом по Лободы, сошла лавина снега, вот на такси упала. Буквально мне на глазах, можно сказать. Похоже, пришлось здорово. По-моему, там лобовой что разбит. Видел, таксист вышел. Сейчас уже полиция составляет акт. Вот на крыше лежала шапка такая, снеговая. Вот на спутниковой антенне тоже висела сосулька. Ну, срезала, видать, сосульку тоже. Стекло лобовое разбито. Вот так. Вообще снега много было. Ладно, разберутся. Вообще опасно так вот. Здесь вот тоже что там висит такая сосулька. Но она пока еще не упала. Ладно, все.